Всем привет, вы на канале Кино и Каролина. Сейчас я делаю для нового видео бумажные сюрпризы. Как и смотрели в предыдущем видео, было бумажное лол. Знаете, мы покажем в другом видео. Да. Это я сейчас сделаю. Спасибо. Это у меня будет стикеры, четвертая часть. Ну, это я сама думаю, как делать. Там у меня будет вкладыш и коллекция сама. Два вида. И какие мне попадутся, вы знаете. Сейчас я буду делать коллекция фруктики. Это я тоже сама придумала. Егор. А ты за маленький кусочек? По делам ездил. И а вот что вы сделаете, я не понимаю. Догадайтесь, что же это? Что же это будет? Нет, ну я все понимаю, но почему именно у нас дома? Так. Он приехал меня поддержать. Как это трогательно. Следующий, это такой носик. Мог бы просто позвонить. Опа. Или мне стоит приревновать? Не говори глупости. Ты прекрасно знаешь, что мне кроме тебя никто не нужен. А вот ты в последнее время ведешь себя как чужой человек. Слушай, и это я уже устал от арбузик. У меня с Аленой ничего не было. А подозреваю тебя только потому, что ты устроила с Аленой скандал. Еще скажи, что ты меня подозреваешь. Вот такой вот арбузик. Вырезаем его. Все, хватит. Я уезжаю в гостиницу. Хорошо, делаем надрезик. Ты от меня уходишь? Нет, не ухожу. И вырезаем наш арбузик. Я просто хочу дать нам обоим шанс. Вот получится такой откусанный арбузик. Ай, ну на вкусненький. Докрашиваем белые чашки. Я уже все в фломастерах. Да. Вот. Такой арбузик получился. И готовим для него вкладыш. Аппетитненький. Берем какую-то маленькую такую. У меня будет вкладыши только три коллекции. То есть три маленьких фруктика. Это будет арбузик, который нам уже попался. Хотя еще не попался, потому что он еще не в упаковке. Также срисовываем наш арбузик. Алло, Сань, привет, это Андрей. Привет, Андрей. Что-то голос тебе совсем убитый. Все в порядке? Какой же будет второй фруктик? Я думаю, будет яблочко. Фруктик. Маленький кончик. Ничего, лучше здесь нарисую. Полусердечко. Вот такое вот. Оставляем маленькую точечку. Это можно полностью закрашивать. Черный или коричневый. Но в моем случае черный. Угадала. И опа, это яблочко. И следующий, последний, или еще два, это будет, ну не знаю, какой же это будет фруктик. Мандаринку, может? Ну, можно и мандаринку. А вон, покажи мандаринку, которую мы привезли из Милана. Из Франции. А, то Франции, да, сорвали. Она была, положи, пока смотрим, зеленая-призеленая, мы сорвали с дерева, да? Ага. А уже начала желтеть. Интересно, доспеет или нет? Потом попробуем, да? Да. Ну, давай ее сделаем. Один раз, помнишь, что в Египте или в Турции пробовали кису-кису? Тогда мы ездили с Каролиной, тобой и мамой. И я. И она была очень кислая. Такая, бабушка, попробуем. Такая, а, она зеленая была, да? Да. Ну, мне понравилось. Это похоже на мандаринку. А как мы с Египта привозили зеленые гранаты. И а потом они... я их чистила и ела. И они дошли, да. Так же, как наша мандаринка доходит. Была зеленючая уже. И последний фрукт. Это вишенка. Угу. Двойная вишенка. Давай вишенку. Ладно, возьму этот. И такие маленькие сердечки. Зелененький. Да, маленький кончик. Хопа, хопа.
Следующий цвет зелененького это будет салатовый. Тут такой беспорядок. Это что я нарезала тут. Это называется творческий беспорядок. Да. На рабочем столе. Вот. В конце вкладыша можно сделать вот такие вот квадратики, в которых ты будешь отмечать, есть ли у тебя из коллекции это. Арбузик у нас есть из коллекции, значит, мы ставим галочку. Но это будет потом. Да. А какой же будет второй фрукт тут, вы узнаете в следующем видео. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте на наш канал, ставьте лайки. С вами была я, Камила, на канале Камила и Каролина. Пока-пока! Пока-пока! Смотрите новое видео!